Это спортивные известия. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. Харьковские велосипедисты Ирина Попова и Александр Коняев выиграли международную гонку по маунтинбайку третьей категории, которая состоялась в турецкой Анталии. Они первенствовали в олимпийской дисциплине кросс-кантри и заработали по 10 рейтинговых очков. Попова опередила ближайшую соперницу почти на 3 минуты, Коняев на 1 минуту. Спустя сутки там же в Анталии Ирина Попова и Александр Коняев победно выступили в гонке второй категории по велосипедному марафону. Коняев преодолел 86 километров по бездорожью за 3 часа 28 минут и 2 секунды. Ставшего вторым россиянина Максима Гоголева харьковчанин обогнал на 3 минуты и 8 секунд. Попова соревновалась на дистанции 74 километра, а главной соперницей у нее была Ирина Шиманская из Луцка. Украинки синхронно преодолели большую часть пути, а победительницу определили на последних метрах. Больше сил осталось у Поповой, которая выиграла на финише 1 секунду. Бронза досталась местной спортсменке Эсри Курксу, отставшей от лидеров на 9,5 минут. Победа в мужском и женском марафоне принесла подопечным заслуженного тренера Украины Романа Коробова по 30 зачетных очков. Всего на старт в двух категориях вышли 51 участник из 5 стран. На чемпионате Европы по тэквондо ВТФ, который состоялся в столице Болгарии Софии, никто из 3 харьковских участников в призы не попал. Денис Вороновский в весе до 80 килограммов в первом круге одолел польского спортсмена с преимуществом в 2 балла. А за выход в четвертьфинал уступил будущему бронзовому призеру континентального турнира испанцу Раулю Мартинесу 6-9. Вера Процветаева и Василий Котиш выбыли из борьбы в первом круге в категориях до 54 и 62 килограммов соответственно. Всего украинские тэквондисты добыли на нынешнем чемпионате Старого Света 1 бронзовую награду. Категория свыше 87 килограммов на 3-ю ступень пьедестала в заключительный соревновательный день поднял Андрей Гарбар из Донецкой области. По ходу турнирной дистанции он победил соперников из Словении и Болгарии, а в полуфинале уступил чемпиону мира и двукратному победителю европейских чемпионатов россиянину Владиславу Ларину. Харьковский «Олимп» в выездном матче второго тура чемпионата Украины по регби-15 в мужской суперлиге разгромил Хмельницкое «Подолье». Счет 46-5. В составе действующего чемпиона страны сразу 8 игроков занесли по 1 попытке. Владимир Войтов забил 3 реализации. В субботу «Олимп» в третьем туре регбийного чемпионата примет львовский «Сокол». «Металлист» 19-25 в выездном матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге встречался с «Альянсом» из Сумской области. Активнее встречу начали харьковчане, а самый реальный шанс открыть счет на 15-й минуте имел Антон Савин. Однако после удара хавбека «Металлистов» хозяев подстраховала перекладина собственных ворот. Футболисты «Альянса» дважды опасно огрызнулись в середине первого тайма, но голкипер гостей Денис Сидоренко на последнем рубеже сыграл надежно. После перерыва соперники продолжили искать счастье у ворот друг друга, создавали моменты, но с реализацией не сложилось. Ничья 0-0. Набрав 39 очков, в таблице «Металлист» 19-25 остался на 3-м месте. Рувинский «Верес» и одесский «Черноморец» опережают харьковскую команду на 6 и 5 баллов соответственно. Сборная Харьковской области «Юракадемия» сегодня завершила почти двухнедельную домашнюю подготовку к бронзовой серии волейбольной суперлиги Украины. В полуфинальном противостоянии до 3 побед подопечные Сергея Коваленко уступили эпицентру Подоляне из городка Хмельницкой области со счетом 0-3. Хотя юристы имели реальные шансы переломить ситуацию и добиться позитивного результата, особенно в стартовой полуфинальной игре. В первой игре, в которой мы играли в городке, нам не хватило чисто спортивного везения, потому что, откровенно говоря, игра была очень хорошая. Я вообще был доволен, как ребята играют, но есть ряд, скажем так, спортивных фишек, там, где молодые игроки обязаны были, скажем так, решать и взять одеяло на себя, но немножко рука дрогнула. Но ничего страшного в этом нету. Это все-таки огромный опыт для таких молодых игроков.
Вот. Ну, а то, что молодые игроки растут, это приоритет нашей команды. Соперником юристов в бронзовой серии, которая также состоится до 3 побед одной из команд, станет клуб «Житичі». В другом полуфинале житомирские волейболисты уступили львовскому «Баркому» также со счетом 0-3. В регулярном чемпионате сборная Харьковской области «Юракадемия» и «Житичі» провели между собой две очные встречи, в которых одержали по одной победе. Мы дома с ними сыграли 5 партий, но мы выиграли. И это уже дает нам, скажем так, большой шанс и большую уверенность в том, что мы можем побороться за бронзовые медали. И мы должны выкладываться не хуже, чем с тем же «Эпицентром». И, естественно, мы также будем бороться, прикладывать все усилия. Все настроены и заряжены на борьбу. Первые два матча серии за третье место состоятся в Житомире на этой неделе в четверг и пятницу. Домашнюю подготовку харьковские волейболисты чередовали тренировками в игровом и тренажерном залах. Много времени посвятили разбору игры соперника. Все в наших руках. Могу подчеркнуть еще такой момент. Вот последняя игра с городком, которую мы играли здесь. Есть статистика наших игр. Мы, к сожалению, проиграли эту игру, но мы сами проиграли. То есть по статистике мы совершили очень много своих ошибок. Поэтому работаем тоже над этим моментом, чтобы уменьшить как можно меньше своих ошибок и чтобы у нас появились шанс обыграть команду «Житичі». После матчей в Житомире бронзовая серия продолжится в Харькове 22 и 23 апреля. Если понадобится решающий 5-й матч, то он состоится на площадке «Житичі» 28 апреля. Чемпион волейбольной суперлиги Украины определится в противостоянии «Баркома» и «Эпицентра» Подоляне. Серия за золотые награды стартует во Львове в четверг. Сегодня все о спорте. Удачи вам и новых свершений.